Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Продал вот такие 10 гривен бона 2015 года с очень интересным номером, а именно 5 цифр подряд. Вот так она правильно называется. Сразу хочу сказать, что бона, которая, например, 5 или 4 или 6 цифр с другой стороны оканчиваются в конце, она ценится дороже. Вот данный экземпляр я ее продал в общей сложности за 25 гривен, то есть плюс 15 гривен. Это очень неплохо. Состояние, опять же таки, видите, то есть это не UNC, не пресс, ничего. То есть это состояние, ну скажем, нормальное. Очень много коллекционеров их собирают, то есть если бы еще состояние было шикарное, то 50 гривен сверху спокойно можно было бы заработать. Но 15 гривен — это тоже деньги, плюс вчера я еще продал, то есть на них очень большой спрос. Вот такая бона классная попалась. Так что задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте колокольчик ставить под подписками на видео. И, друзья, не забывайте, реклама на моем канале стоит 300 гривен. 300 гривен вы можете оплатить и стать на ступеньку выше, как блогер. Все, с вами Мега Денди Перекупщик. До новых встреч, до новых видосов.